На участие в празднике было подано около 350 заявок из всех школ Солнечногорского района. В зале дети разных возрастов, учащиеся с 3 по 11 класс. Здесь по-прежнему нет пустых мест, поскольку вы учитесь хорошо и даже отлично. Поэтому я вам хочу сказать большое спасибо, что вы прилагаете много усилий над тем, чтобы ваша учеба шла так вот хорошо и успешно. Старшеклассников, которые участвовали более чем в 3 олимпиадах, наградили памятными подарками – магнитолами. Таковых в 2006 году оказалось 13. Более маленьким школьникам сделали подарок в виде спектакля Московского театра оперетты по одноименному роману Роберта Луиса Стивенсона «Остров сокровищ». Юные зрители выходили из зала полные эмоций. Там показывали очень интересные песни. То, что эта сказка очень знаменита среди детей. Мне лично больше всего понравились пираты в этом представлении. Тебе? Мне вот больше понравились тоже пираты. Они просто так играют хорошо эти роли. Мне понравилось, когда они приехали на остров. Когда вышло привидение, потому что привидение было очень заманчивое. А старшеклассники делились секретами отличной учебы. Надо стараться, и даже есть многие предметы, которые сложно даются, но если посвятить этому много времени, то можно добиться всего. В завершении праздника все гости получили от организаторов сладкие подарки и пообещали учиться на отлично и впредь, чтобы вновь встретиться на елке главы района в следующем году.